Ну что, знакомимся, здесь тебе не просто так, а настоящий суровый симулятор России. Делать можно, считай, все, что за окном происходит. Захотел, пошел на обычную работу, нет, надел золотую цепь и ушел в криминалити. Надоели бандюки и крошение батона попусту, бери фуражку и служи защищай, или вообще прыгай в кирзачи и тяни лямку. А хочешь просто развлекаться, тут куча тачек из реальной жизни, их тюнячить можно, гонять с друзьями. Приятно, что вокруг нашинские дома, улицы и магазины. А еще приятнее, что игрушка бесплатная. Короче, ссылка в описании будет. Качай игру и выходи на улицы виртуального Новороссийска. Привет с разрушительного ранчо! Вместо смешного интро я сегодня решил сделать такой вам подарочек. Правда, с небольшим пари. Если я смогу сбить все эти мишеньки 5 кегельками, я, Мэтт Каррикер, разрушительное ранчо, покажу вам весь мой арсенал. Комментариев, требующих этого, уже туевы хучи накопились. Если смогу, то покажу. О, шорохом! Так. Надо делать, сейчас сделаю! Да! Окей. Тихо, спокойно. О, да! Ну все, ребят, ща будет! Нет! Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка Зёбры. Привет с разрушительного ранчо! Простите, подвел вас в интро. Но я вам обещаю. Когда наберем 10 миллионов подписчиков, обещаю, покажу вам все! Ну, в смысле, все пушки. Все пушки из моего арсенала. И в одном ролике. Все вам на радость. Кстати, про вашу радость, сегодня я вас тоже порадую. Это система обзора от Carbon Guardian. Дистанционная, как вы понимаете. Выглядит это как шлем с ПНВшкой, прибором ночного видения. Да нет, как видите, спереди тут нет сенсоров. Он абсолютно непрозрачный. Кстати, прикольно смотрится. Все потому, что внутри тут экраны. Вон оконца для глаз, внутри экранчики. Они связаны с этой вот камерой, которая смотрит прямо в оптический прицел. Значит, в конце приклада здесь вот приемники, все дела. Все присоединено, видеосигнал идет с камеры, и вот к вам шлемика. Преимущество тут в том, что не обязательно пригинаться к прикладу и глядеть в прицел, чтобы понять, куда пушка будет стрелять. Зачем? Чтобы за угол стрелять, зачищаешь комнату и не приходится башку светить. Пушечку завел, смотришь, чисто нет, и потом уже заходишь. Или в коридор заходишь, не надо высовываться, чтобы узнать, не простреливается ли он. Просто пушку высунул, и если там кто-то есть, рискуешь всего-то рукой и оружием, а не лицом. Цепляется, значит, к обычному шлему, как прибор ночного видения. Время операции, надеваем его. И теперь мне не видно ничего, кроме того, что видит пушка. Значит, эта камера глядит сквозь вот оптику и коллиматор. Так. Теперь чисто коллиматор. И я постоянно вижу прицел. Но при этом, как видите, могу отдалить винтовку и заглянуть ей за угол. Положим, я в укрытии, и надо за него заглянуть. Обычно пришлось бы высовываться вот так, подвергая опасности руки, оружие и голову. А с этой штукой я могу просто глядеть за угол вот так. Проверяя, что плохишей там нет, и не высовывая наружу голову. Теперь сверху. О, и мотня прострелена. Также скажу сразу, эта тестовая моделька существует в единственном экземпляре. Их еще не продают. И пока она только для тестов используется. На 3D принтере напечатана, и вид, конечно, причешут перед тем, как на рынок выходить. Так что к нам в лапы система попала для опытов. Давайте к ними приступим. Сейчас мы зарядим патрончик. И поснимаем мишеньки. Та мишенька будет плохишом, стреляющим по мне. Я тут прячусь в укрытии за бочкой, то есть, значит, полностью защищен. Но представьте, что это не тонкостенный пластиковый бочонок. Он с бетона, например. И я прячусь за ним от плохиша. Голову высовывать не хочу, потому что он готов ее прострелить. Так что выглядываю пушкой. Есть! Он труп. А знаете, давайте мишеньки поменьше возьмем. Пошла оптика. И начинаю их снимать. Чё они там?
Ну, кажись, их насквозь проходит. Не смог понять, чего я мазал. А потом посмотрел видео и понял, что метра на два мажу. Потому что стрелял я сквозь бочку. Короче, прицел показывает картинку за бочкой. А я-то не видел, что пушка была повернута под углом, и ствол ее смотрел прям бочки в бочок. Значит, пули били сперва в бочку и улетали куда-то рядом с мишенями. А не по ним. Но к этому надо привыкать. Придется думать, где по факту ствол находится. И не заваливать пушку при стрельбе из-за угла. Иначе покоцаешь сам угол, а не мишени. С этим знанием пробуем еще раз. Окей. Давайте попробуем приблизить мишеньки. Так, ствол держу прямо. Так намного проще. Плохиши расстреляны. Я в безопасности. Ребят, у нас тут лисица. Миленькая, с беленькими лапками. Но она нашу семью терроризирует, убивает цыплятков. Болеет бешенством. Болтишок у меня пару дней назад увела. Надо пристрелить. Проблема только, лиса хитрющая. Как видит, я с пушкой крадусь, убегает. Поэтому я сейчас использую систему Carbon Guardian, чтобы подкрасться и пристрелить лису, откуда она не ждет. Лады? Ща, ребят. Где она? О! Вон она, гроза курятников. Лиса подбита. Моя семья может сегодня спать спокойно. Новый день, новая миссия, ребят. Разведка докладает, что у нас в штабе разрушительного ранчо завелся террористический лидер. И кажется, он в этом сортире сидит. Проблема в том, что он вооружен и опасен. Так что нам вообще не хочется рисковать. Готовы? Чисто! Да, чисто. Но запах ужас, он точно был тут недавно. А может, он в мусорке? Нету. Все чисто. Чисто, ладно. Вон там. Пригнитесь. Вон он! Плохиш труп! Бывает, надо плохишей валить, но спать так охота. Вообще, блин. Я делаю так. Беру эту систему, расслабляюсь и выношу плохишей в одно и то же время. Капец, раскачка. О, вон плохишок. Труп. А, вон еще один. Труп. Ай, гильза горячая, приятно прижгла. А, вон еще один. Вон он. Взял. И его тоже вынес. Классно же, отдыхаешь себе и работаешь во благо, не отходя от кассы. Такая вот система дистанционного обзора от Carbon Guardian. Очевидно, тут все кишки наружу, а в продаваемой для гражданских или, может, военных версии все это будет закрыто. Укреплено, не будет торчать. Это чисто прототип, над ним работают, единственная существующая версия. Но очень классно оказалось вообще, и пользоваться легко. Короче, что бы вы, ребят, хотели увидеть с этой штукой в будущем? Надеюсь, для ранчо тоже перепадет экземплярчик после релиза. Чего бы вы сами делали с системой дистанционного обзора на АР-ки? Прикольных применений масса! Какой вы бы на ранчо хотели увидеть? В целом, чувство странное такое. Стреляешь по мишени, хотя не видишь мишень своими глазами. Но это и круто заодно. Если вы хотите и выглядеть круто, у нас такие футболочки. Нет ничего более экстра, чем золотой калашников. Так что хотите в разрушанчики, ссылка под роликом. На вашей пота будет чуть меньше. Чуток будет, но не столько. Спасибо вам за просмотр! Люблю вас! И до встречи! What about the quad, huh? Whoa, whoa.
Bobby? Я доктор. Типа, вместо смешного интро, у меня для вас подарочек с небольшим пари. Если я смогу, метнув 5 кегелей, сбить все 5 мишенек, я, разрушительное ранчо, Мэтт Каррикер, покажу вам все до единой пушечки из моего арсенала. Погнали! Huh!